Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале Бонькин дом, My Life. Дорогие друзья, вот такая у нас сегодня погода, пасмурная, но теплая. Грязь тает, и идет мокрый снег. Но, тем не менее, как говорится, получив свою пенсию, друзья, пенсионеры пошли по магазинам. Ну, и я в том числе тоже. Вот пошла я рано утром, где-то часов в 10. Рано встала, пока позавтракала, пока собралась. Ну, где-то вот 9:30 уже было, как я, друзья, вышла. Взяла я с собой немного денег. И хочу вам сказать, вот вся вот эта покупка, которую вы видите на столе, это на сумму 1000 рублей, друзья. Итак, вот все, что вы видите здесь на столе, все эти продукты, я их выложила на сумму 1000 рублей был закуп. Вот ровно на 1000 рублей, потому что там я еще и взяла и галеты, и хлебцы хотела взять, а также, собственно говоря, собралась взять и сыр, но мне уже не хватило. 1000 рублей моя была потрачена на личные деньги, а безнал пока еще не поступил на счет, дорогие друзья. Вот, ну, как я понимаю, вы знаете, вот чек я забыла взять, к сожалению. Вот мне самой было интересно, насколько вытянула эта рыба. Ну, уже поезд ушел, чек я не взяла. Рыбка хорошая, никакого запаха нет. Вот за рыбкой я соскучилась. В общем, ну, знаете, вот килограмма полтора, наверное, эта рыба будет весить, я так думаю. Ну, килограмм с лишним. Опять же, я взяла вот такую вот грудку, друзья. Цыпленка. Так, грудка тоже, знаете ли, вытянула на 900 грамм, почти килограмм. Вот там еще какой-то, видите, довесок. Ну, опять была скидка на корм, друзья. Я взяла свои бони 4 штуки, 2 вискоса и 2, значит, вот таких вот китикет. Я больше набирала, но, опять же, мне не хватило. По 9 рублей, вот это вот все по 9 рублей. Вот, была скидка на мясной пир, сухой корм. Тоже я взяла его. Масло взяла, другого масла там не было. Подорожали грибы, как сейчас, вот помню, вот 99 рублей отдала за эту подложку с грибами. Лук, сметана, чай. Чай, там, знаете, выбора особого чая нет. Я взяла этот и взяла я со скидкой шиповник. Добавлять его в чай, добавлять его в кофе можно, в черный, без молока, конечно. Вот, взяла, скидка была на этот шиповник. Я взяла его. Сегодня, главное, заварила шиповник, который, знаете, такой, плоды шиповника. Я его заварила, а сегодня пошла в магазин, и мне вот попался такой шиповник, быстрорастворимый. Ну, я его тоже взяла. И вот так вот, друзья, что могу сказать? 1000 рублей практически я ничего не купила, учитывая, что мои запасы все закончились, ожидая пенсию. Вот, потому что я потратилась и на лекарства, потратилась, и всякие, знаете, непредвиденные траты, друзья мои, непредвиденные траты. Вот, любит Бонечка у меня сидеть вот на окошке и наблюдать за голубками. Вот так вот она может запрыгнуть аккуратненько. Я стараюсь ей расчистить место, друзья, чтобы она здесь не лазила особо. Так вот. Поэтому, как говорится, идешь в магазин, бери, значит, денег больше. Возьмешь больше, тоже все их истратишь. А еще взять надо и яйца, еще масло подсолнечное, еще взять муки, картошки, вот капуста, друзья, это вот все самое необходимое. Это, в общем-то, это еще на 1000. На 1000 рублей. Вот завтра, видимо, пойду. Сегодня я уже не хочу идти никуда, потому что погода
такая, знаете, да, она теплая, ничего не могу сказать, ветра практически нету, вообще такая тихая погода. Но она такая влажная и, в общем-то, как видите, сырая. Так что, друзья, спасибо, что были со мной, посмотрели мой ролик. Вот рыбка хорошая, сейчас я ее порционно на кусочки разрежу и обжарю ее. Хочу немножко ее в томате припустить. Я вот специально купила томат, видите. Вот хочу сделать рыбку немножко с луком, с томатом. Вот такую хочу рыбку сделать, морковки добавить. Ну, гарнир что-нибудь, там у меня гречка осталась, наверное, гречневую кашу. Еще раз всем большое спасибо и всем пока-пока.